вопрос задашь или нет? Просто. Итоги подведи. Как тебе Тюмень Судара? Ну, первое, для меня это очень важная игра была, потому что 6 месяцев, ну, 6, 4 месяца назад я играл с, против Синары также. Это была моя последняя игра в нашем зале здесь. Ну, эта игра была очень эмоциональна для меня, потому что всегда тяжело вернуться на тот уровень, который вот оставил перед травмой, перед повреждением. Видел в глазах молодых, что сегодня после собрания, что все хотят, знают, что у нас проблема, которую постоянно повторяем с травмированием игроками, но вот они хотели, а я как самый старший не мог подвести их, так что вот старался сколько мог. И... А, фильм, да, смотрели вчера 28. Да. И вот тренер нам такой хороший фильм дал посмотреть. И вот заключение этого фильма было: нельзя отступать позади Москва. Вот. Так и нам было сегодня, после таких неудачных игр, и последние две со Сибиряком. Вот свои болельщики, очень важная игра, соперник, так, ну, как такой две школы, которые показывают свой уровень. Думаю, что могли выиграть и они, надо дать им свое должное, потому что и они старались, и они показали хорошую игру. Вот из-за всего этого, я думаю, что болельщики получили много, видели хороших голов, и Бог нас наградил, что вот до последнего играли и до последних сил играли. Так что спасибо всем от руководства, тренера и болельщиков. Вот надеюсь, что мы так и продолжим дальше.